общем, вот мой лепрозорий, который отправится в костер. Очень жалко, но миссинг анжела. Новые листочки растут пестрые. Очень жалко. Луковицы, деточки, очень крупные. То же самое с Lemon Star. Такая мозаика красивая. Рисуночек такой. Здесь то же самое. Красивый рисунок. Это непонятно кто, но я подозреваю, что это тоже Missing Angela. Вот. Вся пестрая до конца. Новые листья, старые листья, все пестрое. Эти три однозначно у меня пойдут в костер. Очень жалко, но что делать? Посмотрим остальные. Детка Missing Angela. Здесь то же самое. Скорее всего, была инфицирована родительская луковица. Потому что их я отсадила задолго до появления у меня Lemon Star. Хотя, в принципе, нет. Однозначно новые тоже растут. Новый лист. Даже если он сейчас будет чистый, а он не чистый, вот там темные пяточки. Сейчас кончиком покажу. Вот здесь уже что-то темное растет. Если на материнском пятна светлые, то на детке пятна темные. Они вот такие. Пока я ее оставлю. И все-таки надежда, что это какой-то перелив. В горшок стерилизацию. Буду вымачивать его в хлорке. Пижама-партия. Тоже непонятно. Сначала идет чистенький лист, а потом появляются пятна. Вот они уже здесь видны. То же самое с экспозией. Вот он. На видео плохо видно. Весь лист рябой. Полностью до конца. Вот он. Рябушки. Рилона. Тоже пестрая. И вот надежда на один этот. Я не знаю, кто он. Я его трогаю другой рукой. Листья. Хоть и пестрые, но они не такие пестрые. Все-таки подозреваю, что это был залом листа и уже от него пошел. Пока что жду новых листьев для подтверждения моей теории. Что я говорю, вот ее так ветром потрепало. Вполне возможно, что заломы и до. И от этого. Так что ждем. Семь кандидатов на уничтожение. Один пока думает. И еще один